встречайте, ведущий Дмитрий Каретко. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Леди и джентльмены, дамы и господа, дорогие башкортостанцы, а также гости самого солнечного региона нашей страны, такие сегодня здесь есть, я приветствую вас на самом чудесном, самом добром событии, которое можно себе представить, это КВН среди интегрированных команд, который мы назвали «Пара Кивин 2018». Я почему-то не слышу аплодисментов, хотя по сценарию они есть. Я волнуюсь, ну что поделаешь, это нормально. Я же на сцене. Дорогие друзья, традиционно мы начинаем КВН. Итак, дорогие друзья, пару слов. Фестиваль интегрированных команд КВН Республики Башкортостан «Пара Кивин 2018» проводится местной общественной организацией «Клуб веселых и находчивых городов и Республики Башкортостан» при поддержке фонда президентских грантов Российской Федерации. Разумеется, без этих министерств мы бы ничего не смогли сделать. Я попрошу сердечно поприветствовать представителей Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, а также Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Так, ну а теперь я попрошу включить свет, чтобы мы в деталях вместе с вами, друзья, рассмотрели лица тех, кто сегодня будет ставить вам оценки. С удовольствием представляю вашему вниманию восьмикратную паралимпийскую чемпионку по плаванию, депутата Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Оксану Савченко. Here we go. Идем дальше. Председатель общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Члены жюри сами подбирали себе музыкальную отбивочку. Ольга Юрьевна, у вас хороший музыкальный вкус. Спасибо огромное. Идем дальше. Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ольга Кабанова. Здравствуйте. Глава уфимского башкирского КВН, председатель Союза КВН Республики Башкортостан Шейхутдинов Тимур Тахирович. Также я очень тепло попрошу поприветствовать нашего хорошего друга, депутата Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, председателя Молодежной общественной палаты при Госсобрании Курултая Республики Башкортостан Тагир Фелч Гизатуллина. Тагир Фелч, добрый вечер. Также сегодня в жюри человек, который играл в высшей лиге КВН, друзья. Это ли не уровень? Участник команды КВН Уфа Андрей Шаронов. Андрей, привет! У этой очень красивой дамы много сфер деятельности. Но в данном случае мы ограничимся только тем, что она директор телеканала MTV Mix Евгения Машко. Ну и я не могу не представить, вот она сегодня не в жюри, но, к счастью, несмотря на очень загруженный график, она сегодня вместе с нами, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Ленар Хакимовна Иванова. Здравствуйте, Ленар Хакимовна, рада вас видеть. Ну что, друзья мои, уважаемые КВНщики, вы готовы? Ну тогда традиционное «ни пуха, ни пера». Уходим готовиться. Спасибо, ребята. Так,
Так, так, так, друзья мои, у нас сегодня целых 11 команд будет стоять на этой сцене. Сейчас они также были здесь, но в усеченных составах. Команды представляют самые разные регионы Республики Башкортостан. Разумеется, есть и уфимские команды, все-таки он проходит в столице Республики Башкортостан. Всего один конкурс. Конкурс приветствия, визитные карточки. Вот вам, уважаемые члены жюри, по итогам одного небольшого 7-минутного выступления необходимо будет сделать выбор. Сегодня мы определяем обладателя бронзовой награды, серебра и ту команду, которая займет первое место. Я попрошу сейчас очень дружно поприветствовать первую команду. Она начинает игру, следовательно, больше всех волнуется. Сборная медицинского колледжа город Уфа. А сейчас для вас выступят слабовидящие. Встречайте! Мы по карте. Да, повезло все-таки нам с таксистом. Ведь не каждый карту красно-белое принимает. Знаете, а мы слабовидящие. И перед выступлением к нам подошел Тимур Шайхутдинов и говорит: «Ребят, вы что такие кислые? Где ваш огонь в глазах?» А мы стоим, виду не подаем. А он продолжает: «Мол, когда волнуетесь, главное на жюри не смотреть». И тут я заржал. На это Тимур обиделся и ушел. Мы, конечно, не видели, как он уходил. Просто заметили, что у Пкелеме больше никто не напевает. Ребят, прекратите! Вы забыли, что мы как-никак представители медицины? И что мы давали клятву Гиппократа? Да, странная все-таки фамилия у нашего ректора. Да хватит! Лучше бы спели что-нибудь про нас. Хорошо. У парня астма, он перестает дышать. Помну ему плечо, чтоб просто не стоять. Кто-то скажет вдруг, что в этом нету смысла. Ну а что поделать нам, ведь мы же массажисты. Опа, давай, опа, хорошо. Не скучаем, не скучаем. Ваня, откуда такой бешеный настрой? Ну кто-то же должен тащить наше статичное выступление. А на прошлом фестивале наш Аяс нашел свою любовь. Внимание на экран. Привет. Привет. Ну что, думал, я не узнаю правду? Дмитрий, теперь я понимаю, почему мы ни разу не гуляли. На фоне Эйфелевой башни с айфона селфи. Да, мам? Что? Когда с невестой познакомлю? Никогда. Мы расстались. Почему? Если я расскажу тебе, меня отец не поймет. Все, пока. Да, Дим, расстроил ты меня. Теперь хочется грустную песенку послушать. Любовь слепа — это факт для большинства зевак, и один из них я. Так, ладно, Аяс, мы все поняли. Ребят, давайте лучше покажем номер, который мы к фестивалю приготовили. А чтобы быть
быть лучшим в спорте, нужно много тренироваться. В творчестве не обойтись без вдохновения. И именно об этом наш номер. Каждый художник и каждый поэт черпал вдохновение, чтоб увидел свет. Творчество эти прекрасные плоды муза помогала достичь той высоты. А теперь давайте посмотрим, что вдохновляет современных артистов. Ребят! Ребят, а давайте расскажем про себя! Давайте! Третий раз на сцене, наш третий фестиваль. И есть человек, что всегда нас вдохновлял. Команды нашей муза, пример с нее берем. Поняли все в зале, о ком сейчас поем. Дорогие друзья, все эти годы Оксана Савченко вдохновляла нашу команду, и мы верим, что и мы однажды сможем кого-то вдохновить. Ну а закончить наше выступление мы хотели бы словами нашего таксиста. Пятерку поставите? С вами была сборная медицинского колледжа. Спасибо! Это было очень хорошее выступление, такое мощное. Я, правда, вот один номер не понял, но какая разница? Главное, что вам было смешно, друзья, да? И редактору Тимур Такирович, спасибо огромное. Так, мы идем дальше. И, вы знаете, я бы хотел представить вашему вниманию еще одного человека, который с официальным визитом в эти дни находится в Башкортостане. Это коллега Эльнар Хакимовна Иванова, министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия, Александр Павлович Михеев. Александр Павлович, можно попросить вас представить? Здравствуйте! Вы знаете, я совершенно точно уверен в том, что вот в вашем регионе пока подобные форматы мероприятий не проводятся. Более того, пара кивин есть только в Республике Башкортостан и в городе Санкт-Петербург. В общем, этому факту я тоже предлагаю поаплодировать. Мы впереди планеты всей. Движемся дальше. Команда, которая шутит максимально интеллектуально. 5 букв в ее названии. Друзья, город Уфа. Прошу любить и жаловать. По сравнению со вчерашним днем, сегодня взрослый юмор. Ну и куда это мы смотрим? Ну, с такой бы и сам порепетировал. Ну, иди. Друзья, а теперь бы я хотел вам представить команду, от которых на ваших лицах появятся улыбки. Давайте вместе. Ну, как видите, с допингом в нашей команде все в порядке.
Ну, и откуда мы такие? Мы из сказочного места, где люди радуются жизни и хлопают звездам. Из мюзик-холла 27, что ли? Ну да. Ну а ты-то что, в морячка врядился? Ты что, не знаешь, в Уфе же есть речной порт, а это значит, Уфа — это понтовый город. Не понтовый, а портовый город. Так, девочки, девочки, у нас что-нибудь есть? У нас песня. Идет. Весна, ты что, дурак совсем, что ли? Вызывали? Салам алейкум! Всем привет! Меня зовут Шаймиев Ришат. Я представитель всей необразованной молодежи в Уфе. В одном лице. И, кстати, я от самого... Ну так это ж совсем меняет дело. А что он сказал? Да ничего, просто за ухо лизнул. Ну и зачем ты здесь? Короче, я хочу поиграть в вашей команде и найти себе девчонку. И где связь? Ну это же пара кивин, тут же пары находят. Нет, я не прав. И вообще я могу занять роль дурачка в вашей команде. Так, чем докажешь? Пожалуйста, вот. А спиннер! Оба! Эшкере! Замечательно. Слушай, а есть у тебя что-нибудь такое, после чего не будет никаких сомнений? Я хату в Москве продал. И? И биткоины купил. Сказочный идиот, сказочный. Вообще-то роль дурачка в этой команде занята. Тобой, что ли? Братан, убери обрез. Обрез убери. Так, 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 все, ребята, хватит, все, все, хватит. Мальчики, ну мы играть-то будем? Так, все, собрались, поехали. Многие семейные пары ругаются, делая ремонт. Мы нашли такую, которая не ссорилась. Ты меня любишь? Да, а ты меня? Конечно. Так хорошо, что есть моменты, когда мы можем наслаждаться друг другом. Дорогой, посмотри, там клей не отошел? Нет еще. Скотина, я же говорил, очередь в поликлинику. Не забудьте взять с собой паспорт, медицинский полис, страховое свидетельство. И, пожалуйста, обязательно придите трезвые. Друзья, теперь давайте пофантазируем. В Уфе открылся первый анонимный клуб хлопателей. Ну что же, здравствуйте, дорогие друзья. У нас новенькая. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Надя. Я очень люблю хлопать. Здравствуй, Надя. Хорош! Kissing strangers. Мэр города Уфа Ирик Ишмухаметович говорил, что в Уфу будет в центр въезд платный. Представьте, что у него это получилось. Попался! Бесплатно по центру города разъезжаем, значит. Сейчас мы тебе еще и превышение скорости припишем. Слушайте, вы же, ребят, вы что, на этом, что ли? Мы уфимская ГАИ. Мы не такое придумывали. Короче, все, штраф! На этот раз, ребята, ни на кого напали.
Приносим свои глубочайшие извинения. Как можем искупить свою вину? Так есть у меня одно желание. Какое? Хочу в кёрлинг научиться играть. Пожалуйста, так, Рифмансович, ставите ему на колени. Так, вы, понятые, идите сюда. Короче, ты трёшь, ты толкаешь. Поехали. Свип, 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 свип. Друзья, в конце хотелось бы сказать, что мы все такие разные, но все-таки так хорошо, что мы вместе. Я бы хотел, чтобы каждый из вас узнал, каково нашей игрою стал. Мы хотим дарить вам радость и смех, забыть о глупостях всех. Надеемся мы на успех. Когда нападает тоска, толкайте ее от себя. Совет от команды, друзья. А когда придут новые времена, займут дети наши места, КВН он же будет всегда. Просто жить, улыбки друг другу дарить, и к жизни своей не осыть. С вами была команда КВН, друзья. Спасибо за внимание. С любовью к детям. С надеждой на кредит. Нарисовать цветы. Место разлук мосты. Место утрат мечты. Но красок нет, что возвратит раз. Просто браво. Великолепное выступление от команды «Друзья. Город Уфа». Я попрошу вас также достойным образом встретить наших партнеров. Сладкий партнер игр компании «Хлебпром», а это торговые марки «Мирель» и «Русская Нива». И в конце нашего замечательного КВН все команды получат от них подарочки. Что, вы завидуете, что ли? Что? Давайте поаплодируем. Также мы выражаем благодарность еще одному нашему партнеру. «Фреш Бар» — это освежающие напитки, которые наполняют жизнь новыми ощущениями благодаря ярким сочетаниям вкусов с добавлением натуральных соков. Так, идем дальше. Идем дальше. Есть у нас славный город Салават в Республике Башкортостан. И следующая команда представляет именно этот город, юг Республики Башкортостана, для тех, кто не очень хорошо ориентируется в географии региона. И в Салавате традиционно очень сильная школа юмора. Впрочем, вы сами в этом убедитесь. Внимание, сборная города Салават. Поехали. Уже в 16. Мы сборная города Салават. Привет! А мы в Уфе уже третий раз и до сих пор не понимаем, почему мы приезжаем как раскол за 20 рублей, а уезжаем уже за 40. Так, Влад, я не понял. А что это за девушки с тобой? Они думают, что я Сергеич. А я ведь даже не знаю, кто это. Мама, ты что в Уфе делаешь? Как больницы решать, так с мамой. А как в Уфу поехать, так один. Мам, ну, пока ты здесь, хотя бы займи денег. С первой пенсии отдам. Я на это не куплюсь. Владик, а у тебя есть невеста? Конечно. Свадьба, кредит, ипотека, машина, кредит. Ну, мам, я же не настолько ограниченный. Ладно, молодежь, я пойду прогуляюсь к памятнику, а вы пока игра закончится и...
А у меня вот вопрос. В этом году была Олимпиада, а после нее Паралимпиада. Значит, после чемпионата мира по футболу будет пара чемпионата мира. Стой, но наша команда не может и там играть. Недавно мы узнали, что в Бейском мосту была обнаружена трещина, и на ее ремонт было выделено 500 миллионов рублей. В моем позвоночнике тоже трещина. В моем позвоночнике тоже трещина. Где мои бабки? Илья, ну хоть ты скажи что-нибудь нормальное. Ребят, а я в последнее время так рад, что люди с ограниченными возможностями здоровья добиваются таких больших успехов. Это ты про кого сейчас? Ну что, как говорит горничная, которая успела убраться в холле, к номерам! И сразу с актуального в Уфимском дворе. Тетя Альфия, а Салават выйдет? Сейчас он трактор разберет и выйдет. На игре «Что, где, когда». Уважаемые знатоки, вы когда-нибудь видели плазму за 47 миллионов? Нет, господин ведущий. Тогда внимание на экран. Сейчас в армию берут кого попало. Итак, представьте случай на призывном пункте. Товарищи призывники, равнять! Смирно! Рядовой Борисов, вы почему команды не выполняете? Я команды ортопеда не выполнял. А ты... А твои подавно. Алло, ты меня дождешься? С кем вы там разговариваете? Со своим лечащим врачом. Ну что, призывники, в каких войсках служить хотите? ВДВ. Реабилитационные. Рядовой Борисов, а вы, оказывается, негодны. У вас плоскостопие. Да ну! Еще и плоскостопие. Мы очень часто лежим в больницах и заметили, что там есть своя больничная мода. Итак, представьте показ мод в больнице. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на первом показе больничной моды. И наша первая модель – это парень, который ложится в больницу первый раз. Отличительная особенность – это то, что он ходит в носках. Не подготовился и забыл тапочки. На очереди у нас вторая модель. Вы можете подумать, что он спортсмен. На самом деле он чаще всех лежит в больнице. А еще он рассчитывает уговорить медсестру включить в холле телевизор и поболеть за Салават. Две следующие модели – это девушки, по которым сразу понятно, кто замужем, а кто нет. Кстати, Оксана не замужем. На этом наш показ мод закончен. Спасибо за внимание. Наше сегодняшнее выступление выходит за рамки КВН. И дело даже не в том, что завтра про нас делают сюжет. Дело в том, что мы сделали то, чего боятся многие люди всю свою жизнь. Делай вопреки, делай для души. Ничего не бойся и вперед иди. И вперед иди. Ты не идешь один, ты такой же, как мы. И свою мечту ты осуществи.
каждый имеет право осуществить свою мечту. Тимур Шахутинов мечтал играть на Первом канале. Довел свою команду в высшую лигу. Оксана Савченко мечтала стать олимпийской чемпионкой. И теперь она восьмикратная победительница Паралимпиады. Когда меня не станет, я должен что-то оставить для своих детей, хранителям своих идей. Нас просто меняют местами, таков закон Сансары, круговорот людей. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. Я думаю, вы с каждой минутой убеждаетесь, что это КВН не для людей с ограниченными возможностями по здоровью, а для людей с неограниченными возможностями. И обратное я могу сказать про нашу хоккейную команду, друзья. Там 7-1. Не в нашу пользу, разумеется. Так, к слову, команда КВН сборной города Салават, та команда, что была только что на сцене, благодарит Салаватский колледж образования и профессиональных технологий, а также администрацию славного южного городка Салавата. Аплодисменты. Так, мы идем дальше. Следующая команда из города Сальтамака, называется она «Сборная людей с ограниченными возможностями. Точка». Встречайте. Стерли, ко-моё! Это наша жизнь. Стерли на сцене, стерли к теме, стерли сегодня нас на дурмене, стерли молодцы, стерли борцы. It's my life! Это наша жизнь. It's my life. Выходить, шутить. It's my life. Любим сильно так. It's my life. Наш Стерлинг дома. It's my life. Богат! Ребята, а вы чего так странно танцуете? А у нас нервы зашумело. It's my life. Дорогие друзья, перед вами люди с ограниченными возможностями. На первый взгляд это не видно, но мы вам это докажем. Ксюш, что ты там слушаешь? Ну вот же! А это Борис и Никита. Видимо, нас недопоняли. Они учатся на режиссера. В будущем мы будем снимать российские фильмы. А вы уверены, что с вашим диагнозом это реально? А я-то думаю, это обязательное условие. А это у нас Ренат. И он у нас заикается. Ренат, скажите, пожалуйста, слово «фармацевт». Фармацевт. Да уже не надо. Нас за это председатель за такие шутки по голове точно не погладит. Руки были бы свободны, задушил бы. Я календарь переверну. Теперь он правильно висит. Это Радик Ильдарович, наш председатель Сальтаматской организации Всероссийского общества инвалидов. Радик, почему у тебя такая странная музыка на выходе? Некоторые тексты не нравятся, вот сам пишу. Танцуй без меня. Еще бы я танцевал. Вот это вот кто? Я что-то я не помню. Сейчас, подождите. К Бакарти, танцы в моей кровати. Наш человек. К Бакарти. В красно-белый.
800 рублей. Регин, ты что, беременна? Да, уже на 5-м месяце. Регин, я знал, что когда-нибудь из тебя человек выйдет. Что-нибудь приготовили? Непосредственно. Пацаны, три полосы, сабы, низы, лютая туса. Ты кто такой? Я пранкер, ПРАНК, пранк, эчкеря. Сразу хотелось бы объяснить, именно я выбрасывал бюллетени за Бабурина. Тот же наш человек. Приготовил что-нибудь? Я снялся в артхаус-фильме. И кого ты там играл? Автора песен Ольги Бузовой. Внимание на экран. Людей многих видел с разными диагнозами. Но тебя больше всех жалко. Ты неси меня, коньяк, за крутые берега. Недавно Руслан Белый в Уфе рассказывал уфимцам про Уфу. И пока это... В интернет не выложили, я кое-что добавлю. Мне сказали, что в Уфе есть аномальная зона по имени озеро Кашкадан. Проверил я эту зону. Заявляю, аномальные зоны на аномальных людей не действуют. Еще я заметил, что Макдональдс у вас стоит рядом с пединститутом. Вы специально рядом держите людей без цели в жизни? Стоял я у вас как-то в пробке и прикинул. Я на электроколяске быстрее передвигаюсь. Все знают, что летом у нас будет чемпионат мира по футболу. И как бы это двусмысленно не звучало от лица инвалидов, и тем не менее, болеем за наших. В заключение процитирую одного человека, известного в России, на мой взгляд, с ограниченными возможностями. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Это была пара сборная Стерлитамак. Спасибо. Стерлитамак, далеко не слабак, до ним шару конгресс хольне. Стерлитамак, эй, запомни, чувак, мы давно живем в рок-н-ролле. Здесь никто не проиграл, здесь каждый победил. Здесь никто не ожидал, на что способны мы. Лучше все вокруг. Никто не сможет удержать меня. Лучше все вокруг. Ничто не сможет удержать меня. Лучше все, никто. Никак не сможет удержать меня. Это город на реке Стерля. С
Сочно, мощно. Спасибо команде из города Стерлитамака. Мы движемся дальше и сейчас обращаем внимание на команду, которая представляет самую восточную, самую дальнюю точку на карте нашего пара Кивина. Ребята приехали из очень далекого-далекого. Дальше только Саха-Якутия. Я имею в виду город Училы и команду «Училинские самородки». Ваши аплодисменты. Футбольный клуб «Горняк», но нет футбола. Да! Там, где ямы на дорогах называют шахтами. Да! Там, где госструктуры находятся в Белорецке. Да! Там, Училы. Училы, город в наших сердцах. Училы радуют ваши глаза. Привет, Уфа! Привет! Добрый вечер! Мы приехали из очень современного города. Наконец-то мы уехали из Училов. Ты что, наш город не любишь? Люблю. Молодец. Когда оттуда уезжаю? Так, я хочу напомнить, что мы представляем культурный город. Здравия желаю, Училинская полиция. А что у нас такая полиция маленькая? Какая зарплата, такая и полиция. Кстати, Салахов, со следующей недели мы получаем зарплату новыми купюрами. Ого, как много денег! Успокойся, всего лишь две купюры, 2200. Вы бы лучше нам помогли. Хочешь шутку расскажу? Давай. Ха-ха-ха! Чего вы ржете? Вы даже ничего не сказали. В этом и шутка, балбес. Ладно, сейчас Салахов исправит ситуацию. Пой. Зачем мне петь? Я же не умею. Твои слова до Ольги Бузовой в уши. Так, успокойтесь. С нами сегодня приехал министр культуры и пикапа Училинского района. Мой ненаглядный, боль моя, мой ненаглядный, я твоя. Знает лишь небо, как тебя люблю я. Мой ненаглядный, жизнь моя. Добрый вечер, граждане и тёлочки. Уважаемые жюри, у меня тут есть письмо, У меня есть письмо от главы города Училы. Вот он что пишет. Так, не забудь привезти мне Макдональдс. Не, не то. Сейчас, сейчас. Так, не забудь про Оксану. Оксана, знаете, с древнеучилинского ваше имя переводится как «моя». Я вам приготовил подарок. Я знаю, что вы недолюбливаете цветы, так что вот... Так, успокойтесь, успокойтесь. Эй, двоечник, я иду. Ты мое сердце из чистого золота, и я спасу тебя от холода. Где пятерки?
Где пятерки, я тебя спрашиваю. Мама, вы не в ту сторону говорите. А, где пятерки? Где пятерки? Мам, эту игру покажут по БСТ. Ее увидит вся республика. Вся говоришь? Где здесь камера? А вот. Людк, а, Людк, ты мне когда мантышницу вернешь? На сцене Учелинские самородки. Ну что, к номеру? Друзья, мы пофантазировали и представили, что же будет, если сборная России по футболу выиграет чемпионат мира. Если Россия станет чемпионом, то никто не будет больше смеяться над футболом. Актуальными шутки станут другие. Про то, какие у нас в кёрлинге кривые. Вокруг все забудут про промахи обиды, а кинфе с березузскими станут офлюбимые. Это победа всех семей коснется. Мой батя наконец перестанет материться. Если победит наше государство, Месси примет бразильское гражданство, футболом все начнут с пеленок заниматься. У иностранцев наконец получится погребняк. У иностранцев выговаривать погребняк начнет получаться. Извините, у меня не получилось. Негромко будет. Встречать победителя, цветы, подарки и фото любителя Рамзан Кадыров на радости публики. Каждому даст народного артиста Чеченской Республики. Уважаемая сборная, а если серьезно, мы, как и вы, в жизни испытываем сложности. Берите за пример и никогда не сдавайтесь. Если упали, то вспомните нас и поднимайтесь. С вами были Учелинские самородки. Спасибо! Спасибо огромное ребятам из города Учелы. Учелинские самородки. Они еще не ушли, они слышат ваши аплодисменты, которые продолжаются. Так, ну вы знаете, что всего третий раз проходит пара Кивин в Республике Башкортостан, но у нас уже есть фавориты, хотя бы потому, что они дважды были победителями. Это ребята из города Белорецка, который называется очень просто «Сборная города Белорецка». Давайте встретим достойным образом. Как всегда, очень сильное, мощное выступление. Поехали! На сцене сборная города Белорецка. Тихо! Добрый вечер, друзья! Вы, наверное, спросите, почему мы вышли в форме сборной России по футболу? Просто на нас у чемпионат мира, и мы решили поддержать наших коллег. Да-да, вы не ослышались. На конце «г», а не «к». Это Белорецк, вы нас узнали, мы как Березуцкий в защиту встали. Мы, как Аршавин, никогда не постареем, как
Акинфеев спокойствие имеем. От футболистов нас одно лишь отличает. Они за миллионы долларов мяч катают, а мы в КВН играть пытаемся. И на, 8, и на пенсию 8 тысяч в месяц кушать умудряемся. Мы приехали с родины Владислава Геннадьевича Миронова. Внимание на экран. К 2020 году у нас в Белорецке должно быть создано 108 миллионов рабочих мест. Я не ошибся. Именно 108 миллионов рабочих мест. Для пчел. Ну вы понимаете, кто сегодня фаворит, да? Юмор у белоречан в крови! Кстати, Вильдар, покажи главу города Белорецка. Ага, сейчас, я вообще ничего делать не буду, ясно? Смотри, один в один. Знакомьтесь, это Арина. Арина, как уссурийский тигр. Таких, как она, осталось 30. Ну, она из ЛДПР. Арина, что у вас? Ну, сколиоз. Я имел в виду из творчества. Стыд и позор. Это я еще не выходила. Давай, Россия, давай, 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 Россия, давай, 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 Россия, давай, давай. А, физкульт, привет, столица. Наташ, что за внешний вид? Я после Олимпиады решила заняться фигурным катанием. Наташа, бросай коньки и давай играть в КВН. Если я коньки отброшу, я не смогу играть в КВН. Ладно, пойду душу успокою. Дима, салям. Дима, а вам нравится женщина за 40? Ну, нет. Хорошо, что мне 39. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Давайте с хорошей. Я одинокая. Так, тогда какая же плохая? Это плохо. Наталья! Что? Отстаньте от Димы! Сказал, как Путин. Тебе нужен тренер, тебе нужен тренер. Только он только может он дать отпор твоей лени. Перед зеркалом ты плачешь все время. Знакомьтесь, это мой тренер Денис Анатольевич. Так, через неделю соревнования. Ты себе пару нашла? Нашла! Мы... Мы с Димой будем показывать сказочную постановку. Золушка,
Никонетка. Золушка и каретка? Ха! Друзья, мы уже не первый год играем в парк Глинвуфе. И я думаю, что настало время рассказать правду о нас. С детства мы от вас ничем не отличались. Книжки читали, спортом занимались. Но жизнь изменилась, другими мы стали. Нас попросты два раза показали. Мы часто на себе ловили косой взгляд, и пускай косы из нас этому не рад. Про ограниченные возможности говорить нам не смей. У Ника Вуйчича нет рук и ног, зато жена и двое детей. Мы часто слышим слово «инвалид», но мы такие же, как вы, просто другие на вид. Запомните, это мораль, все люди. По себе никогда никого не судят. Друзья, ну и напоследок, для нас сегодня главное не победа в этом фестивале. Главная наша победа в том, что мы уже стоим на этой сцене. Это наша победа над собой! Это была сборная города Белорецк. Что касается «Золушки и каретки», то этот дуэт существует давно, друзья. Это я и Тимур Шейхудинов. Кто каретка, понятно, да? Так, позвольте еще раз выразить искреннюю благодарность нашим партнерам «Шаверма по-питерски». Впервые в своей профессиональной карьере ведущего я читаю это со сцены одного из самых пафосных залов Республики Башкортостан. Шаверма по-питерски предлагает всем, буквально всем вам прямо сейчас скачать приложение «Шаверма по-питерски». Сделать заказ онлайн. Назначить время и место, откуда вы заберете заказ. КВН и шаверма по-питерски. Вместе культурнее. Слюнки потекли, да, ребят? Конечно. Так, идем дальше. Еще одна команда из Телетамака. Ребята, вы готовы? Конечно, готовы, потому что вы ветер перемен. Город Стерлитамак. Аплодисменты. Наш центр современный, поэтому мы танцуем вок. I'm ready. Let's go. Let's go. Учимся. Вас приветствуют люди с ограниченными возможностями, но не с ограниченным жизнелюбием. Стетамак на сцене! Так, а ну прекратили!
Что такое вок вообще? Это танец рук. Ну ладно. Предположим. Но ведь это, этого мало. Нужно быть, чтобы победить, нужно быть музыкальными, там, веселыми, ну, я не знаю. Гитара мне? Одной рукой вожу КамАЗ. Спасайтесь, девочки, спасайтесь, мальчики. Атас! Примерно так, ну, ребята. А мы заметили, что все команды подходят имя Кайретка. Ну так давай соблюдем все формальности. Прошу, прошу, Артем. А если ему не понравится? Мне с конфетами всем нравится, я полагаю. Все правы соблюдены, давайте повеселимся! Совсем недавно проходили выборы, и мы покажем вам инфографику результатов. Товарищ Жириновский, вы же проиграли. Чему вы радуетесь? За что? Зато вот сам так обратно. Представьте, одного из комментаторов взяли на работу по блату. Приветствую вас, дорогие телезрители. Что видели, лига? Упала. Сегодня будет жаркий матч этого чемпионата. Команда, все такие желтые карточки. Все, я так больше не могу, я ухожу. Да не рук, как его, попала. Давайте представим, что было бы, если бы у Бога на земле была техподдержка. Добрый вечер, я вас слушаю. Извините, несколько претензий, разрешите? Конечно. Записывайте, когда мне доставляли на землю, так ощущение мне доставляли не почты России, а почты России. А почему это? Слегка помяло. Извините, простите, я только спросить. Когда меня сюда присылали, деталь забыли. К сожалению, еще нет, молодой человек. Мужчина, у вас какие претензии? Истек! И в конце я хотел бы сказать о тех людях, из которых мы берем пример. Внимание на экран. Те, кто не сдается, ценим, уважаем. Кто каждый день бьется от души, обнимаем. Духом,
Откровенно А те, кто сдался, мы вообще не уважаем. Ведь есть же кумиры для всего мира. Их участь стал для нас идеалом и кумиром. Он путешествует по миру и позитив разносит. Больше, чем все наши футболисты, пользу приносит. Еще один боец и пример для подражания. Наш земляк Эрик Зарипов достиг внимания. Он вообще железным человеком оказался. Он сначала в жизни, а потом на финише не сдался. С вами была команда КВН «Ветер перемен», город Стерлитамак. Спасибо. И мы будем идти на свет, который не погаснет, и там, где пока нас нет. Спасибо, ребята, спасибо, красавчики, спасибо. Просто молодцы. Команда «Ветер перемен» из города Стерлитамак. Сейчас аплодируют только самые красивые. Идем дальше, друзья. Следующая команда приехала к нам из города Туймазы. Так, и называется она молодежная сборная города Туймазы. Говорят, очень мощная, впрочем, как и все остальные. Встречаем так же, как и все остальные, громко. Поехали, молодежная сборная, поехали! Туймазы! Вас приветствует молодежная сборная города Туймазы. Мы давно играем в КВН, но если вы забыли, мы вам напомним. Это наша команда в 2015 году. А это в 2016. Вы прикиньте, как КВН людей на ноги ставит. Да. На Паралимпиаде сборная России выступала под нейтральным флагом. Да, может быть, у них были в крови какие-то препараты, но если бы их не было, они бы вообще, может быть, даже и не доехали. А теперь пришло время представить вам старожил нашей команды, самых крутых чуваков нашего города. Так, стоп. Это что за странные танцы? Ну, не знаю, а в нашей голове это вок. Теперь покажите, что у вас есть. Представьте, Ким Чен Ын на сайте знакомств. Вау, да ты просто бомба! В полицейском участке. Я у вас еще раз спрашиваю, откуда у вас iPhone 10? Я вам еще раз объясняю, не знаете, сколько у нас пособий, не лезьте в нашу жизнь. Так, ребята, мы сегодня обязаны выступить мощно. Давай, Алмаз, как репетировали, сальто назад. Да не могу, нога болит, не. Да ладно, давай, ты ж делал. Не, вон пусть Родион делает. Да не, я только поел. Ай, ладно, я знаю, как его заставить. Родион, спорим на сотку, ты не сделаешь сальто назад. Родион и азартные споры не виделись 3 года. Родион, ты чё задумался? Да так, вспомнил, как телевизор 3 года назад продавал. Ну что ж, с таким составом мы просто обязаны побеждать. Красиво мы приехали играть, шутим по-взрослому, чтобы побеждать. Пора Кивин, идеальная команда, ваш успех, улыбки – это лучшая награда. А облака летят, как лебеди, издалека. А когда полицейский останавливает автомобилиста, виновник всегда понтуется своими связями. Все, тебе хана, на. Алло, тебе хана, ага. Хана тебе, придурок. Ага. Ты даже не представляешь, что с тобой сейчас будет. Да, все понял.
Ну, что сказали? Сказали тебе обратно в больницу везти, от наркоза еще не отошел. А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди. А такое должно было случиться. Итак, представьте, одиннадцатиклассник уронил первоклассницу во время последнего звонка. Не, ну вы, конечно, нашли кому доверить. Сказали бы спасибо, что я хоть и приподнял ее. Там есть кто-нибудь на замену? Встречайте, наша первоклассница Кашапова Яна. Воу-воу-воу! Вы мне из второй группы первую хотите сделать? Не-не-не! А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди. И старика я вас прошу, чтоб вы ответили, и ваш ответ принес... А у нас случай на дороге. То есть вы хотите сказать то, что вы на БМВ в 4 часа утра едете из самого элитного клуба домой? Трезвые? Да как стеклышко, командир, я тебе отвечаю. Вы тоже трезвый? А чё, по мне не видно. Так, ладно. А что это за девушка у вас сзади? Все нормально, я социальный работник, я сопровождаю. Да откуда у них только деньги на все это? Да вы заколебали, не знаете, сколько у нас пособий, не лезьте в нашу жизнь. А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди, и старика я... Недавно был праздник 8 марта, и мужская часть нашей команды приготовила подарок для всех милых дам, а девчонки нам помогут. Я люблю эту женщину, ведь она помогает мне скрасить мои вечера. Каждый день девчонкам пробегаю я вахтёр женской общежития. Я люблю эту женщину, ведь она выступление свое целый год ждала. За нее стоит горой вся страна. Я люблю эту женщину, ведь она, даже если не хочу на горы меня, даст 500 рублей, ты меня прости. Но такие подарки я не буду носить. Я люблю буфетчицу, ведь она перерывы помогает скрасить всегда. Пусть и за нее отвисает бока. Но такую милашку не любить нельзя. Любите женщин, даже если они делают что-то не так. А эта женщина фигню несет и все дела. А эта женщина давно Аляску продала. А эту женщину давно пора уже побрить. А передачу этой хочется уже закрыть. А эту женщину мы любим только за глаза. А эта женщина детишкам многим дом дала. А эта женщина преступников давно судила. А эта женщина впервые космос покорила. В жизни каждого человека есть женщина, которая всегда будет на первом месте. Я люблю эту женщину, ведь она жизнь мне подарила, рядом со мной была. Когда жизнь моя сводится на нет, она подходит ко мне, дает умный совет. Я люблю эту женщину, ведь она много лет назад в школу меня отвела. И без нее погаснет жизнь моя, потому что эта женщина мама моя. Я люблю эту женщину, потому даже если я сегодня проиграю игру, она скажет мне, что я лучшим был. Сынок, ты покушать забыл? С вами была любящая своих мам молодежная сборная города Туймазы. Спасибо. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни не работал на заводе МПЛ, и штаны носил прямо на скелет. А теперь меня это не торкает. Я люблю свою...
Молодежная сборная города Туймазы. Да, не успокаивайтесь, продолжайте. Очень эффектно. Молодежная сборная города Туймазы благодарит за всестороннюю поддержку начальника сектора по молодежной политике и спорта города Туймазы, Туймазинский район, Хасанова Альберта Борисовича, а также Туймазинское общество инвалидов. Аплодисменты. Так, следующая команда приехала к нам из города Ишимбай. Ишимбайские здесь есть? Есть. Привет. Так вот, команда называется «Во все тяжкие» – Breaking Bad. Поехали. А сейчас будет самое энергичное, горячее представление. Ибо перед игрой мы выпили балакардин. Why don't you give me your love? Сегодня мы приехали не за победы, а чтобы устроить свою личную жизнь. И в свете последних событий мы желаем каждый в зале такого, как Путин, полного сил. Так, девочки, хватит. Давайте лучше подумаем, как нам выиграть эту игру. За это можно не беспокоиться. I've been working on a cocktail collapsed with divorce. За игру можно не переживать, я уже все решил, все, пойдемте. Ну и что ты решил? Как что, я смог? Не знаю. Товарищи, это... Ты что, про него даже песни есть? Так что об этом можно не беспокоиться, лучше давайте подумать, где будем вечером кайфовать. О, можно подумать. Ого, я даже, кажется, знаю, кто мне вечером составит компанию. Не сегодня, детка. Привет. Артём, у меня зрение минус 10, но по голосу я понимаю, что знакомиться нам не стоит. Ты что, не хочешь провести время с состоятельным человеком, что ли, а? Состоятельным? Да у тебя даже куртка дермантиновая. Ты лицо у него не очень-то. Короче, ни кожи, ни рожи. И что вы думаете, только вы что ли шутить тут можете? Я так-то тоже номер приготовил, объявите меня. Акушер-парковщик. Давай-давай, выруляй, выруливай, давай-давай, до конца давай. Артём, у тебя хоть один нормальный номер есть, а? Полно. Даже песню приготовил. Так. Так, ты вообще с головой своей дружишь? В зале сидят уважаемые интеллигентные люди. Побойся Бога так шутить. Ага. Чего бояться-то? Он мне же не побоялся надо мной так пошутить. Да не стойте зря. Хватит. Убежал отсюда. Ну, сейчас попробую. Весь покрытый зеленью абсолютно. Ну что ж, Уфа, пока нам никто не мешает, давайте петь вместе с нами. В городе весна, у нас кругом голова. Это Лига КВН, нас всех свела с ума. Все
Сегодня будет драйв, о проблемах забывай. Вместе с нами подпевай, на сцене и шибай. Во все тяжкие, кайфуем! Такое возможно в администрации города Уфа. Здрасте. Здравствуйте. Я хочу отремонтировать мост на въезд в Уфу. Почему именно вы? Но я думаю, быстрее с этим справлюсь. Продолжим. Случай на битве экстрасенсов. Да-да, давай скажи что-нибудь новенькое. Тебе нелегко живется. Ну, допустим. В детстве ты получил травму. Да я часто падаю. Все, хватит, я не могу с ним работать. У него аура плохая. Не, это не аура. Это не день рождения, просто сегодня. Друзья, мы заметили, что в силу нашего возраста наши интересы отличаются от интересов нынешнего поколения. Сейчас мы вам об этом расскажем. Я люблю, когда есть в поликлинике с кем поругаться. Я люблю ходить в ЖЭК, по квитанциям там разбираться. Я в автобус люблю заходить и толкаться локтями. Я очень люблю, зачем-то в 6 утра просыпаться. Я люблю эту вещь, хоть для вас это коробка с балкона. Я люблю делать так, это для меня традиционно. Я люблю эту вещь, только я знаю, как это работает. Я люблю эту вещь. Благодаря ей мы стали патриотами. Друзья, любовь не приходит сама. Не ищите ее в интернете. Любите друг друга. А не смотрите в Инстаграм. Я люблю тебя, жизнь. Что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Так бегуй и держись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь. Я надеюсь, это взаимно. Это была команда фаворита Тимура Шайхутдинова. Его возрастная категория, Тимур, я думаю, что все шансы, ребята, зашибая сегодня выиграть есть. Два человека посмеялись над моей шуткой. Так, идем дальше. Команда этого города, на мой взгляд, впервые, хотя я могу ошибаться, принимает участие в Паракевине, но в целом Благовещенск, который сейчас будет здесь, известен всем нам как город с очень таким интересным трудовым юмором. Как будет в этот раз, не знаю. Давайте вместе смотреть. Команда КВН «Полюса», город Благовещенск. Поехали. You got to know.
школьники Благовещенска. Так, стоп. Слышь, школьники, вы опоздали, Надя. Юниор-лига вчера прошла. Сегодня пара Кевин, и на сцене команда КВН. Плюса. Как пара Кевин? Но у нас нет ни одного подходящего номера в тему. Зато у нас есть. Ну и что? На губной гармошке многие умеют играть. А так? Но этого нам недостаточно. Антон, хорош! Лови дыхание мое, как я люблю твое, в сумерках огней, даже в шепоте. Ребят, сейчас удивлю. Я был хореографом Snoop Dogg. Внимание на экран. А еще до этого я работал в «Спокойной ночи, малыши». А зачем уволился? Валуев на Степашку присел. Так сказать, сломал карьеру. Ребят, я ребенка потеряла. Девочку вот такого роста не видели? Видела там, за кулисами. Ребят, а что она у вас все время молчит? Она что, рыбами воспитана? Да нет, она свой голос на выборах отдала. За кого? Это не важно. Главное, как теперь эту фигню вернуть. А еще Куршат решился не порвать конгресс-холл. Ребят, ну чтобы все жюри поставили нам высший балл, нужно показать что-то еще. Может быть, к ведущему подкатить? Кто-то сказал подкатить. Садись, прокачу. Я хочу. Ребят, ну чтобы начать, нужно выбрать человека, который будет объявлять миниатюры. У него должно быть прекрасное знание русского языка. Жанна, ты же в русском языке сечешь? Сечу. Отлично, Даша, вот ты будешь объявлять. Лови дыхание мое, как я ловлю твое. Случай на свидание. Ваш заказ принят, ожидайте. Сегодня такой замечательный день для первого свидания. Ты завтра чем занимаешься? Да ничем, в принципе, я свободна. Может, я заеду? А может, я за тобой? Лови дыхание мое, как я ловлю твое. В сумерках огней, даже в шепоте теней. Лови дыхание мое, как я ловлю твое. Представьте, в офисе микрозаймов. Здрасте, мне нужен микрозайм. Вам, наверное, на микродом не хватает, да? Да нет, на мини-купер. И подскажите, где не салон сотовой связи? Мне нужно симку поменять на микросимку. Лови дыхание мое, как я ловлю твое. В сумерках огней, даже в шепоте теней. Лови дыхание мое, как я... Случай в школе волшебства Хогвартс. И запомни, Антон, рассечь воздух и взмахнуть. Так, рассечь воздух и взмахнуть. А может быть, на зельеварение перейдем? Почему? Так с этим-то проблем у меня не будет. Лови дыхание мое, как я ловлю твое. В сумерках огней, даже в шепоте теней. Лови дыхание мое. А самые суровые следователи – это следователь Благовещенска. Говори! 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 Так вы же ничего не спрашиваете. Заткнись, говори! Антон, втащи ему! Я уже один раз его втащил! Лови дыхание мое, как я ловлю твое. В сумерках огней, даже в шепоте теней. Лови дыхание мое, как я ловлю твое. А в Благовещенске алкоголь после 11 вечера можно купить только у мэра. Да что вы сюда ходите? Сколько раз я вам говорю? Я не буду строить пандус в администрации. Да мы не за этим. Игровые автоматы сегодня не работают. Я гараж уже закрыл. По другому поводу.
Сауна сегодня тоже не работает. Я бассейн спустил, там лук сушится. Нам просто нужно вечер весело продолжить. А, вы за этим? Что, опять без денег? Ну, надо хотя бы в тетрадке распишитесь. Так это же бюллетень. Ну, надо же как-то голоса на выборах набирать. Неважно, кем ты был, неважно, кем ты стал, но главное, чтоб ты мечтать не перестал. А с вами была команда КВН «Полюса». Спасибо за внимание. Это были «Благовещенцы». Команда КВН «Полюса» благодарит директора Центра молодежных инициатив Салахиева Рустама Бахадировича, начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики города Благовещенск Осинского Николая Федоровича, он в зале и он обожает аплодисменты, а также директора городского дворца культуры Батыргариеву Лиру Рифовну. Так, ну вот сейчас мы подошли к завершающему выступлению. Команда из города Октябрьский. Команда из города Октябрьский. Мы вместе! Встречайте, город Октябрьский! Добрый вечер, Уфа! Уфа, встречай! Город Октябрьский! Способности чуть не ограничены, возможности сверх. Веры у нас безграничны, мы вместе, нас много, мы в лучшее верим, и в обществе нашем открыты всем двери. Йоу! Друзья, а на самом деле в нашей команде 18 человек. Просто остальные участники команды, инвалиды-колясочники, остались дома. По программе «Доступная среда» пандус в каждом доме. А КВН для нас это... Сашка, возьми Машу, позови Артура. И идите к Сергею, они вас с Викой ждут у входа. Друзья, это Михаил, он у нас многодетный отец. Кстати, давно хотел у вас спросить, как так у вас получилось много детей? Знаете, в детстве у меня была мечта иметь большую... Семью? Ну да, да, и большую газель. Ребят, вот мне кажется, все равно в нашей команде чего-то такого вот не хватает, а? Здоровья! Ой, Михаил, вы как всегда. А, кстати, вот ваши усы мне сегодня очень даже нравятся. Спасибо. Они старые, достались от деда, а деда достались от Сталина. Да, в то время многим досталось от Сталина. Слушайте, а я вот заметила, что мы стали квинчиками задолго до нашей первой игры. Ты про что? Ну вот смотрите, мы тоже веселые, тоже находчивые, ну и безработные. Ребята, давайте выступим. Ребята, давайте выступим очень хорошо, потому что наша команда из города Октябрьского заняла 3-е место. Сначала появились бабки. Добрый вечер, Уфа! Мы по вам соскучились! А что вы тут делаете? КВН – молодежная игра. В КВНе возраста нет. Да-да, диджей,
девочки, поехали. Пала карабин, в день по 30 карабин. Не говорили на пати, сейчас будем танцевать. Вот так вот еще можно. А сейчас у нас разговор к молодежи, то есть к нашим внучкам. Внучка, ты носишь рваные джинсы. Ой, 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 очень рваные джинсы. Внучка, это не рваные джинсы. Ой, 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 это длинные шорты. Люба, неси нитку, неси иголку. Сейчас будем делать из нее комсомолку. А помнишь, у нас случай с тобой был? Давай расскажем. Шли как-то вечерком погулять с тобой вдвоем. Мимо люка я прошла, рядом ты со мной шла. А потом в один момент тебя рядом со мной нет. Люк открытый вижу я и кричу тебе туда. Фируза, 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 ты куда? Хочешь? Я в магазин ходила. Да ты что? Кушать хотела. Ай-яй-яй, подожди. Айда нашу любимую споем. Эй, гайс, меня все найс. Эй, гайс, меня все найс. А ты что, даже перевод не сделала? А зачем? Классно же, давайте все вместе. Давайте. Эй, гайс, меня все найс. Эй, гайс, меня все найс. Часто люди считают нужным что-то про нас сказать. А между прочим, нам все равно, кто и что про нас скажет. Кто-то скажет, что все мы люди разные. И счастье вместе вряд ли нам найти. Но мы-то знаем, что это не доказано. И знаем нашим судьбам по пути. Кто сказал, мечта у нас не сбудется, и будущее нам предрешено. Но в КВН все у нас получится. И напеваем дружно одно. Пусть к нам не приходит больше грусть, и сердце печаль уходит пусть. Я всем невзгодам улыбнусь, и напеваем дружно на. Дорогие друзья, дорогие друзья, сегодня с нами на эту игру не смогла приехать еще одна из участниц нашей команды. Это Марина Ермолаева. Но видео, которое вы только что видели на экране, сделала именно она. Друзья, Марина очень хотела находиться здесь с нами на этой сцене. И мы ее очень любим, и сейчас вместе с вами мы хотим ей передать привет. Давайте на счет 3-4 мы вместе дружно скажем «Марина, привет!» Готовы? 3-4! Марина, привет! Спасибо!
Команда КВН, мы вместе! Город Октябрьский! С любовью! Команда КВН «Мы вместе» из города Октябрьский выражает благодарность главе администрации городского округа город Октябрьский Шмелеву Алексею Николаевичу, а также заместителю главы администрации по социальным вопросам Латыпову Октябрю Раисовичу. Все, точка аплодисментов. У нас сейчас, я прошу досидеть эту игру, всех тех, кто сейчас приподнялся. Хотя можете не слушать меня, это не принципиально в этой ситуации. Прежде чем мы выслушаем результаты, я бы хотел при таком достаточно солидном скоплении интересных и решающих что-то в республике людей обратить внимание на то, что это выборный год. Мы не только выбирали президента нашей страны, совсем скоро выборы в Госсобрание Курултай Республики Башкортостан. И сейчас будет коротенькое видео, которое как бы заявляет нового, достаточно интересного игрока на политическом олимпе. Я не буду называть его имя, вы сами все поймете, посмотрев это. Всегда на пути к новому. Понимать не понаслышке. Создавая будущее. Быть рядом. Спасибо. В глаз что-то попало, подождите. Дорогие друзья, ну что, давайте я предлагаю прямо сейчас нашим членам жюри, можно свет в зале, я хочу этих красивых людей видеть, включить свет в зале для того, чтобы они высказались. Оксана Савченко. Оксана, кроме того, что она сегодня в жюри, она ездила с мастер-классами для ребят по всей республике. Она депутат Госсобрания Курултая и в своем очень плотном графике нашла время покататься с Тимуром, с Денисом, да, рассказать, покататься в хорошей машине, разумеется, рассказать о том, как можно добиться успеха, даже несмотря на ограниченные возможности здоровья. Оксана, прошу. Я прошу прощения, Оксана, пока не начинай ничего говорить. Знаешь почему? Потому что ведущий, конечно же, забыл пригласить команду на сцену, а это очень важно, сама понимаешь. Да? Команда, выходите, выходите, девочки, мальчики. Всем привет еще раз, друзья. Вы были просто невероятными красавчиками. Не только были, но есть и будете. Оксана Савченко, она вас любит так же, как и вы ее. Покажите, что вы ее любите. Отлично. Оксаночка, прошу. Добрый вечер, дорогие друзья. Хочу попросить сейчас зал встать, у кого есть возможность встать, и поаплодировать этим людям, которые сегодня для нас сделали этот замечательный вечер. Спасибо, дорогие друзья. Тимур, учись, как надо управлять людьми. Он еще не опытный политтехнолог, но скоро все будет. Скоро все будет. Дорогие друзья, мне прежде всего хочется сказать, что вы самые лучшие КВНщики из всех присутствующих у нас в республике. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю игру. Вы самые крутые, вы самые веселые, вы самые находчивые. Спасибо за игру еще раз. Спасибо, Оксана. Я попрошу передать микрофон Ольге Юрьевне Банчихиной. Ольга Юрьевна тоже очень любит пару Кевин. Я это знаю, потому что общался с ней и получил утвердительный ответ на этот вопрос. Добрый вечер, уважаемые ребята, друзья. Очень рада уже в третий раз присутствовать на пару Кевине. Ну, знаете, очень здорово, что мы видим ваш, наверное, прогресс тех ребят, которые первый раз были 3 года назад и сегодня. Мы просто практически вас всех знаем. Вы молодцы.
так держать. И, конечно же, я считаю, что ну вот первый раз грант президента был на региональный, теперь давайте уже на межрегиональный, подавайте конкурс. Это к организаторам. Это вы ей говорите, Маргарита? Нет, я говорю к организаторам, тем, кто получил грант. Угу. Желаю всем, знаете, очень трудно было у вас сегодня выделять, кто лучше, кто хуже. Вы все молодцы, вам процветания, счастья и здоровья. Спасибо. Я попрошу Ольги Кабановой передать микрофон. Ольга Кабанова, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем-всем добрый вечер. Поистине добрый, хороший и очень веселый вечер. Ну, так, наверное, не смеялась давно, с прошлого года. Спасибо огромное всем, спасибо огромное организаторам, спасибо огромное тем, кто был сегодня на сцене, и, конечно же, спасибо огромное всем, кто пришел, вы тоже большие молодцы, спасибо. Мы очень рады, что в этом году количество команд увеличилось, действительно было очень сложно, я вообще не представляю, что сейчас идет при подсчете тех баллов, которые мы поставили, наверное, сейчас... Победителей практически вывести невозможно, потому что все победители уже стоят сейчас на этой сцене. Еще раз вам слова огромной благодарности. Очень хорошо, что у нас здесь есть и представители более взрослого поколения, и молодежь, все возрасты на сцене, все едины, и поэтому, конечно же, мы непобедимы. Ну, а я хотела бы сказать от себя, что, конечно, безусловно, всегда бывают в любой игре победители, бывают фавориты. Вот лично у меня это, конечно же, Артем из Ишимбая. Наталья Белорецк, но и все, все еще раз огромные молодцы. Я думаю, что теперь непременно зима отступит после такого шквала теплоты, доброты, веселья. Зима пока, встречай всех, весна. Спасибо большое. Спасибо огромное. Тагир Гизатуллин, Тагир Рафаэлович, депутат Госсобрания Курултая Республики, председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании. Тагир Рафаэлович, прошу. Спасибо. Я в первую очередь хотел бы обратиться к организаторам. Тимур Тахирович, вы не переживайте, если вы не выиграете выборы, для вас будут пара выборы. Дорогие друзья, я сегодня узнал много нового о возможностях. И увидел много людей, которые не ограничены ничем. Спасибо вам за этот вечер, за эту доброту. Вы делаете наш мир гораздо лучше. Спасибо, вы большие молодцы. Так, Рафаэль, Андрею Шаронову, пожалуйста, передайте. Вот он, да, справа. Андрей Шаронов, сборная города Уфы, высшая лига. Здравствуйте, друзья, всем привет! Всем здрасте, всем салам! Хочется сказать в этом прекрасном зале такие слова. Друзья, вы огромные молодцы. Сами себе поаплодируйте, пожалуйста, потому что это было здорово. Я, как человек, который играл в 1/8 высшей лиги КВН с Примаслякове, собственно, когда он вел, и слетел с 1/8, вот знаете, ребята, на тот момент нам не хватало вас в команду. Мы точно, наверное, высшую лигу покорили. Спасибо вам большое за то, что сделали сегодняшний день особенным в календаре всех нас. Аплодисменты еще раз всем командам, друзья. Конечно, давайте поаплодируем нашему ведущему. Он тоже заслуживает аплодисментов. Он сегодня был красавчиком. И я, пожалуй, закончу. Скажу лишь такую фразу. Огромное спасибо всем тем людям, которые дают Паракивину дорогу и выводят именно Паракивин на новый какой-то уровень. Правильно Дмитрий сказал. Есть всего два таких фестиваля в России. Это в Санкт-Петербурге и в Уфе. Это здорово, друзья, что наш регион прекрасный и многонациональный в первую очередь. И, конечно, разнообразный. Отличается от других регионов Российской Федерации именно тем, что мы уделяем этому особое внимание. За это огромное спасибо всем организаторам. Спасибо большое. Спасибо. Евгения Машко, директор телеканала MTV Mix. Люди с ограниченными возможностями занимают огромное место в моей жизни. Я провела с ними все детство, поскольку мой папа является старшим тренером сборной страны по паралимпийским играм, по легкой атлетике, и выводил многие годы страну, нашу Россию, на первые места в Паралимпиаде. И даже в этом году наши паралимпийцы выступили, вы сами знаете, как, да, по сравнению
с обычными спортсменами. А все почему? Потому что у вас, дорогие друзья, потрясающая сила воли. Вы не унываете, на вас можно смотреть и просто вами восхищаться. Мы сегодня смеялись, плакали, это было действительно трогательно, это было круто. И я являюсь членом жюри и на классическом КВН, и вчера на детском. Вот вы сегодня сделали просто мой вечер. Друзья, давайте искупаем аплодисментами все команды, ваше поле к победе, к жизни просто вызывает огромное уважение. Счастья вам огромного и мира вашим семьям. Спасибо. Тимур Шайхутдинов, председатель Союза КВН Республики. Ну и, конечно же, я буду голосовать за Тимура, друзья, кандидат. Мы забыли сказать, что 27 мая по многочисленным просьбам концерт Ольги Бузовой в Уфа-арене. Организатор Евгений Машко, это, кстати, абсолютная правда, друзья, приходите. Да, Тимур Шайхутдинов подытожит. Да, друзья, долго разговаривать не буду, наверное, кто-то уже быстрее узнает результаты. А я думаю, что нынешний созыв Курултая вполне мог тоже свою команду выставить на пара Кивин, да? Вот, друзья, мы с вами встретимся на банкете еще, так что не расслабляйтесь. Друзья, спасибо огромное. Я буду на банкете, мне интересно. Ты его вести будешь? А, все понятно, окей. Кукловод. Все сказал? Спасибо огромное. Спасибо. Ребят, вам спасибо огромное, что играете в КВН. Счастья вам. Ну а сейчас, уважаемые друзья, я попрошу подняться к нам министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Ильнара Хакимовна Иванова. Ильнара Хакимовна, мы просто хотим вашими руками наградить наших победителей. Аплодисменты, друзья. Ленар Хакимовна, можно попросить для начала подытожить? Пожалуйста. Добрый вечер. Вы такие классные. Спасибо вам огромное. Мы сегодня восхищались и немножко завидовали вам, потому что на самом деле, вот правильно сказал Женя, у вас такая сила воли. Вы можете смеяться над собой, и это не вызывает никаких других эмоций, кроме желания смеяться. Спасибо вам большое. На самом деле в нашей республике очень много начало проводиться мероприятий, в которых участвуют люди с инвалидностью. И это и спортивные, это и театр, это и искусство. И вот, наконец, 3 года назад мы начали заниматься КВНом. Мне кажется, это лучшее, чем можно заниматься на самом деле. Поэтому я больше всего благодарю, наверное, этого нескромного человека, который воспользовался позитивной энергией, которая царит в зале, и сделал свой рекламный ролик. Но на самом деле вы сделали действительно просто потрясающе. Это здорово, и я думаю, что нам надо действительно выходить на межрегиональный уровень. Вот сегодня Александр Павлович, мой коллега из Якутии, и его 12 коллег, я прошу им тоже поаплодировать, приехали к нам, и я надеюсь, что они тоже заразились этой энергией. Ребята, спасибо вам огромное. У нас с вами еще все впереди, а вообще всем желаю играть в КВН и будьте счастливы. Ленар Хакимовна, а можно попросить вас к нам, потому что, да, вот лучше отсюда, у нас здесь вообще сегодня нет проигравших, как... Конечно. Ну, конечно. 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 Итак, дорогие друзья, 3-е место у команды «Ветер перемен», город Стерлитамак. Третье место. И кубок. Кубок не забудьте, ребят. 3-е место. В этом году у команды «Учелинские самородки». Еще одни бронзовые призеры. «Малышка». А что как-то тихо мы? Еще одно 3-е место. У команды «Друзья», город Уфа. «Друзья».
Еще одно третье место. Удивительно. Во все тяжкие город Ишимбай. Третье место. Самый харизматичный участник нашего пара Кевина. Артем, тебе аплодисмент отдельно. Еще одна бронзовая награда у команды из Благовещенска. Полюса. Ленар Хакимна. Третье место. Полюса. Город Благовещенск. Мы подобрались ко второму месту в рамках нашего пара Кевина. И в этом году второе место у команды «Мы вместе». Город Октябрьский. Второе место и у команды сборной медицинского колледжа город Уфа. Молодцы. И еще второе место у сборной города Салават. Второе место. Ну, друзья, вы знаете, у нас команд много, которые заняли и третье, и второе место, но... Я часто смотрю в бок и молчу. У меня есть такое иногда. Первое место, друзья. Сборная города Белорецка! Белорецк, друзья мои, вы где? Выходите за наградой своей. Самые крутые. Третий год подряд они выигрывают. Просто красавчики, молодцы. Браво. А где там Наташа? Где наша любимая Наташа? Моя любимая Наташа. Ну просто красотка. Привет! Будем считать, что это от меня. Первое место. Молодежная сборная города Туймазы. Ленар Хакимовна. Туймазинцы в этом году забирают первое место. И еще одно первое место у команды есть. Стерлитамака. Сборная людей с ограниченными возможностями. Первое место. Ну, вот отлично. Ленар Хакимовна, я считаю, что у нас все получилось. И это по-настоящему золотой КВН. Аплодисменты. Мы обязательно увидимся в следующем году. Нашим друзьям из Республики Саха-Якутия мы передаем большой пламенный гостеприимный башкирский привет. А вам говорим до свидания. Увидимся на КВН. Пока!